производится следственное действие, допрос свидетеля по уголовному делу номер 153-123. Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество. Бадов Евгений Юрьевич. Следственное действие, допрос свидетеля проводит следователь следственной группы Следственного комитета при МВД России майор юстиции Рябинин Александр Павлович, служебного кабинета номер 39 УФСБ России по Республике Калмыкия. Букаев Один Эрнценович. Букаев Один Эрнценович. Да. Назовите дату рождения. Это 12 декабря 1975 года. Есть офшорные территории, а есть офшорные люди, инвалиды. За них работодателю тоже полагается налоговая льгота. Так нормальное государство поощряет бизнес, помогающий инвалидам в их реабилитации. Вопрос, какие он у вас взял документы, как он ими распорядился? Документы у меня. Удостоверение чернобыльские. Удостоверение чернобыльские. Освидетельство не забыл. ТЭК. Слава, ТЭК, освидетельство. Копию паспорта. А за что вам платили? Если вы там не исполняли трудовых обязанностей. Ни за что.